Помощь придет вовремя. Сегодня с железнодорожного вокзала Астаны ушел поезд, в котором вместо обычных пассажиров разместилась бригада врачей. В 9 вагонов погрузили коробки с лекарственными препаратами и специальную медицинскую аппаратуру. Предполагается, что мобильная медбригада в пути остановится на 57 станциях, где местным жителям и пенсионерам-железнодорожникам будет оказана оперативная медицинская помощь. Каждая стоянка будет длиться не меньше 2 суток. Состав под многообещающим названием «Поезд здоровья» отправился в северном направлении. Сначала его маршрут будет пролегать по Акмолинскому, Кустанайскому, затем по Владарскому, Семипалатинскому и Карагандинскому участкам железной дороги. В дальнейшем поезд побывает во всех областях Казахстана. В составе бригады – терапевты, педиатры, невропатологи, окулисты и лор-врачи. Медики уверены, они смогут не только диагностировать болезни пациентов и оказывать помощь первой необходимости, но даже проводить хирургические операции. Для этого в железнодорожный состав специально включили вагон автономного энергоснабжения. Тут оказывается как консультативная, так и лечебная помощь нашим гражданам, которые, скажем, не могут доехать, которые находятся вот в отдаленных точках по железной дороге. И в перспективе 3 таких состава будет по Казахстану ходить.